между сторонниками президента Курманбека Бакиева и временного правительства продолжаются. Наиболее сложная обстановка в городе Джалалабаде, втором по важности на юге страны. Там вновь произошла перестрелка. По разным данным, погибли до 3 человек, десятки ранены. Многие госпитализированы в критическом состоянии. По словам очевидцев, стороны забрасывали друг друга камнями, били палками, после чего начали стрелять. В ход также пошли бутылки с зажигательной смесью и шумовые гранаты.